Gadu pēc kārtas tas gods atklāt Starptautisko Romu kultūras festivālu. Esam mīļi aicināti pie mūsu ugunskura, baudīsim Romu mūziku. Marcinkevič, patiesi varons, Čīganiem ir barons tāds, kalnu ergļā, Profils lepnais, māgoj koka pīpes kāds. Pils kalnos pie uguns, kuriem mūsu rīkles putnus ir, un uz povariem uz būdēm satrauk gitāra rosīs. Herce kāro pīķi kreis, izvilētas notiks rīt, nenotiks no tāds flamenko, teic, kad su Мы случайно сегодня попали вот на концерт, и я не первый раз уже. И мы перед концертом сфотографировали с бароном, и хлопали, и топали, и пели. Нам очень понравилось. В восторге. А я танцевала. Я целый год ждала. Такая ассоциация, что это небо, костер, огонь, лошади. Ради этого мы сюда пришли. Очень большое впечатление оставили нам литовские цыгане. И песни, и постановка, и эта панорама сзади, где как бегут эти лошади. Но, честно, усидеть невозможно. Все, что происходит в мире, вот цыгане сейчас не хватает. С их юмором, с их песнями, с их танцами. Большое им спасибо. Приятно было провести вечер, да, и потанцевать. Культурный фестиваль, он зажигает. Мы опять чувствуем эту краску. Это просто прекрасно. Так что желаю, опять же, больших успехов. Концерт просто замечательный. И наши песни проявляют не только в нас особенные чувства, но и в других людях, которые также любят эту энергетику, наши танцы, нашу музыку. Очень прекрасный концерт. Надеюсь, таких будет отныне больше. И больше людей, и больше площадок будут проводить такие мероприятия. Ты
я очень рада, что у нас проходят такие замечательные мероприятия, где мы можем показать свою ромскую культуру, все наши таланты. У нас действительно очень талантливые, прекрасные артисты, музыканты, танцоры. И это большое счастье выступать на одной сцене с такими известными людьми. Спасибо всем любителям ромской культуры. Спасибо. Nu, tas bija kaut kas profesionāls, ja? Tā kā, nu, bija ļoti jauki. Man ļoti patika Latvijā, kā iesāka, tur bija vairāk tāda, nu, čigāniska. Tur pie visi instrumenti un visi tādi pie ritmi, tas jau ir. Nu, tur jau ir visa kā sajaukums, tur ir gan nacionālais, gan mūsdienīgais, tur jau ir ļoti patīkami visu to redzēt bija. Paldies jums! Прекрасный фестиваль, очень красочный, яркий, такие энергии, как раз, которые нам нужны в Латвии, для того, чтобы поднять дух. Очень приятно, что у нас есть ромская культура. Mums ļoti patika, mēs negaidījām tik daudz, un ļoti patika arī dejotāji, kas dejoja ar kājām. Jā, bija ļoti interesants, un ļoti daudz, kas krāšanas bija košs, un ļoti forši bija. Я ожидала, но не настолько. Я знала, что будет красиво, будет весело, цыгане, мы с вами. Наверное, целый год нам хватит теперь позитива. Ну, вообще-то все, каждый по-своему интересны. Танцевали хорошо тоже, да, и, в общем, все хорошо. Мероприятие очень понравилось. Мы вообще впервые пришли и не разочаровались. Я думаю, что в следующем году мы обязательно посетим это мероприятие еще раз. Очень хорошее было оформление сцены. Был контакт с залом. Очень красивое. Выступления. Были поражены 3 часа просто полного адреналина, замечательный концерт, вообще он проходит каждый год, и всем предлагаю обязательно посетить этот концерт, вот, может быть, в следующем году, все приходите, потому что просто заряд адреналина, здорово, классно, весело, 3 часа полного кайфа, спасибо. Я в этом году присутствовала уже 9-й раз. И каждый раз я поражаюсь этой бьющей энергией со сцены. Зрители были в полном восторге от этого действа на сцене. И 10-й год, который вот грядет, я думаю, что просто вот ловите билеты уже начиная со следующего месяца. Обязательно приходите. Потрясающий фестиваль ромской культуры. Зичай романи, жукар пари рани, ты родился ровен, лакруди писал. Спасибо, был очень красивый, яркий праздник. Люди, которые сюда приходят, они вроде как бы из разных национальностей, из разных стран, но их объединяет, да, общая культура и общий интерес. Этот концерт, конечно, да, это эмоции. То, что в наше время очень мало осталось, это живая эмоция. И, конечно, я получил удовольствие от музыки, от как бы от общения с другой культурой. Одно произведение может начинаться с африканских ритмов, перейти на арабское, потом на еврейское. Это, наверное, возможно только у цыган, вернее, у ромов. Концерт шикарный, великолепный, душевный, прекрасный. Снова огромное впечатление, хорошее настроение, огромное удовольствие. Так что будем ждать следующий фестиваль с большим нетерпением. И большое спасибо организаторам и артистам. В нашу погоду, когда видишь кругом одни мрачные лица, когда люди не улыбаются, и вдруг поток света, поток солнца, поток радости. Даже в темноте сияет солнце, сияют людские лица, сияют людские сердца. Потому что ромы – вот такой удивительный народ, который умеет делиться солнцем. Благодарим очень организаторов мероприятия, фестиваля. Это прекрасная возможность нам, которые любят искусство, творчество, прийти и показать нашу культуру. Спасибо, мы очень благодарны. Наша группа из Эстонии, Романок Хелибен. У нас сегодня было выступление вместе, совместно, Амерома. Для нас это большой подарок. Спасибо вам.
потрясающее мероприятие. Такая энергетика, что забываешь обо всем на свете. Всем очень рекомендую посещать такие мероприятия. Они заряжают, они окрыляют, они вселяют надежду и веру в завтрашний день. Мы очень-очень-очень восторжены концертом. Я пьяная без шампанского. Это просто улет. Для нас это был праздник года. Я первый раз на таком концерте. Это для меня был просто восторг. И побольше таких концертов. Очень много позитива. Очень. Будем очень танцевать тоже цыганский танец. Чем спасибо. Больше тамбур, тем больше веселья. Šis ir ļoti īpašs vakars, jo Lietu kultūras pilī ir Roma gaisotne, laba mūzika, visi cilvēki ir priecīgi. Un šī enerģija, kas nāk no Roma cilvēkiem, viņi vienkārši pārņem visus. Un tas turpināsies vēl pāris dienas. Vismaz manā ģimenē, un es ceru, ka šī tradīcija, festivāls, būs ilgstoša, un mēs tiksimies atkal nākošu gadu jau 10. Jubilejas pasākumā. Roma kultūra vienmēr ir savdabīga, īpaša. It kā atšķirīga no latviešu kultūras, tai pašā laikā šeit pat blakus, un vienmēr ir bijusi blakus cauri gadsimtiem. Tā kā tā ir tāda organiska savienība, ja, un mēs viens otru jūtam tieši šajā dažādībā, tieši šajā vēlēšanās stājusi to prieku, kas nāk no Romiem. Piedalījuši koncertā kā skatītāji, protams, pirmo reizi. Un atklāt sakot, es esmu fascinēta, iespaidota, pārsteigta. Man ļoti patīk, ka var teikt viss, gan programma, gan mūziķi, gan kā viss tas bija izveidots. Arī vadītājs ļoti labi vadīja, un es noteikti paturēšu šo teicienu svinēt dzīvi, priecāties par dzīvi. Un tā enerģija, ko es iegūšu šovakar, ir vienkārši neatsverama, ko es vienmēr vēlēšos atkal dzirdēt, redzēt, piedzīvot. Kad ir ārkārtīgi svarīgi, Latvijai ir dažādi tautību pārstāvi, un, manuprāt, Roma kultūra vienmēr ir bijusi klātesoša. Tas ir noteikti brīnišķīgi, kad Roma kultūra saglabā tik autentiski to, kas ir viņiem tas īpašais tērpi, dēja, mūzika pat par sevi. Ar to mēs visi esam tikai bagātāki. Для меня большая честь выступать с самыми талантливыми, чувственными, искренними музыкантами мирового уровня. Музыканты Ромы – это огромного сердца люди именно с точки зрения музыкального поприща. И дают большую-большую энергию и на перспективу любому музыканту и джазовому, и цыганскому, и классическому. Я очень рад и поздравляю всей души команду «Ами Рома» с успешным очередным фестивалем и прекрасным концертом. Pasākums bija kolosāls, sniegums augsta līmeņa, it īpaši viesi no Rumānijas, tas bija kaut kas fantastisks. Un īstenībā Rudeviča kunga priekšā var noņemt cepuru, uzkāpt divām kājām virsū, par to, ka viņam visus šos 9 gadus pietika enerģijas, nervu, galvenais nervu,
un arī visa pārējā, lai šo projektu, šo festivālu īstenotu dzīvē. Paldies jums par to un tā turpināt. Pateicoties tādam projektam un pateicoties tam, kad Romu kultūras centrs ir pašā Rīgas sirdī, Doma laukumā, par Romu kultūru var gūt gan informāciju, gan muzikālu, gan vizuālu, gan verbālu, gan arī pat iegādāties visāda veida grāmatas, kuras izdotas ir Romu valodā. Un tas ir vienkārši fantastiski, ka tas tiek darīts.
вообще что-то. Это раскрывает вообще энергию, поднимает, да, на высшие вибрации. Это класс, супер. Наплясались, напелись вообще от души. Да, супер. Спасибо всем. Welcome на следующий год на фестиваль Рома. Надо к нам.